Всем привет! С вами канал Art Money. Что мы с вами делаем? Мы с вами готовим ужин. Здесь маленькие пиццы будут, а вот это сейчас будем с вами готовить. Тесто вон то. На него был обзор отдельный. И заодно с вами сейчас поболтаем, пока у меня тут все равно стоит камера. Здесь я буду делать... Чоп тут немножко. Буду делать такие, продаются перекрестки. Ну, они, блин, очень вкусные, но прям вообще просто понравилось. Я решила сделать сама. Это у меня багет за 10 рублей, ну, 9 рублей с мелочью из Ашана. Вот. Ну, я, кстати, думаю, можно сделать из городской булочки как-нибудь. Она более мягкая. Хотя, кстати, есть тоже мягкие. Так, ну, мы майонезом намазываем. Я тебе не дам. А, ничего себе, я понимаю, что колбаску купи, сверху купи. Ничего. И не дам, а кипит. Кипит? А ты почему вермишель не варишь? Варю. Вот. И кладем сверху, тут чеснок я уже. 4 маленьких чесночка натерла. Не шурши. Что? Жень, ну это только ты можешь рассыпать вермишель на весь подоконник. Как же не волноваться-то? Так, в раковине. На себе. Я его соберу, не волнуйся. Собирай, собирай. Ну-ка, покажи сзади. Отойди. Отойди. Покажи, что у тебя там. И потом туда кладется все. Чуть-чуть. Вот так вот мы готовим вместе с мужем на кухне. А то вы говорите, что ты там муж давно не видать. Ушел ли он? Вот он. Хочешь облизать мои пальчики? Я сниматься не люблю. На, бери. Иди сюда. На, оближи мои пальчики. Ну, пожалуйста. Подожди, только на камеру. Ну, явно не говно. Понятно. Блин, села камера. Слушай, мне бы, знаешь, что хочу? Перчиков. Дается такой перчик, который ты мне пошатал? Не знаю. Это я бы купил, я очень... Дай, ну подожди, ты иди, на еще пальчик. Да хватит туда. Ну давай, ну на! Ну повернись в лицо. На, последний осталось. Давай. Аппетит перебил. Да ладно, это же не конфета, вот еще. Ну хватит, хватит. Это же не козюлька, на. Так, хватит. Ну на последний, тебе ну, сказала. Ну, я. Ну лицо покажи свое. Диме тоже не нравится. Так. А ты не знаешь, что такое там лежит, да? Разрезанное. Попробуй. Блин, засек там чуть-чуть у тебя? Да нет, я. Ну ты 15 минут вчера варил, хорошо было. Ну подольше поварил. Подольше? Да. Что там внизу? Что на ней память как это? Не поджаривается. Белые все какие-то. Эти слойки. У меня уже эти пласты тут ждут давно. Я думала, они там вообще за пару минут. Так, и... Чувствую.
И вот тут у нас лучок и укропчик. Мне звонит, тут не звонит, иди сюда. Не тебе звонит, не тебе. А кому, сыру что ли? Укропу. Ах, ты укропу звонишь? Укроп. Алло, алло. Слушай, мам, вот я там это, у меня там в холодильнике сыр осталось там, Ташкент. Сейчас не пропадет, у меня 3-4 сколько. Ну, долго, да, я знаю. Но в холодильнике лежит чай, ничего не будет. Ну все, не пропадет, я его просто засъем. Давай, мам, все. Все, давай, 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 давай. Дали, дали, тепло, да. Все, давай, давай, давай. Что-то я не пойму такое тут. Вместе с луком. Куда пошел? А тут какие-то уже ошметки. И что укроп тебе сказал? Укроп сказал, что сыр в холодильнике может долго храниться. А ты не знал, а да? Если его еще и с укропом. И с чесноком. Ты мои тапки, тапки мои верни. А я не пойму, что мне так... Иди сюда. Я думаю, что мне так ногам хорошо. Нет. Иди сюда, я сказала, быстро. Женя, я кому сказала? Иди сюда. Ну быстрее, что ли, у меня ноги болят, я устала. Иди давай. Что, у тебя там стриптиз, что ли? Снимаем? Конечно. А ты еще в трусах, ладно, хоть не стринуться. Давай. Как ты мои отдай? Что ты вечно воруешь? Полотенце что уронил, ты не имеешь? Беру полотенце. Это твое полотенце, ты уронила вообще. Ага, твоя задница только везде видна. Додумался на камеру в трусах сниматься. Вот я бы снималась. Не знаю, кто меня там снимает. Сыр, смотрите, вот такой. Почем сыр был? Мягкий, сливочный вкус. Он магнитовский, поэтому он. Сколько? Недорогой. Ну, я не помню, но я помню, что недорогой. Сколько? Да не помню я, господи. 50? 10 рублей. Ну, подороже, наверное. А, ну 10. Сыр 10 рублей, муж говорит. Сейчас мы с вами на него обзор сразу делаем. А, вот так вот. Так вот. Стоп нажмется. С такими вкусняшками. Такой большой. А сколько там грамм? 300? Нам еще на завтра хватит. У меня завтра денег мало. Не факт, что на завтра. Не будет, на завтра хватит. Они еще сюда уйдут, на хлеб мне уйдет. Еще сюда, ну навряд ли хватит на завтра. Вот такой, кстати, прям огромный сыр. Вот это видно, вот такая штучка. Кстати, я всегда срезаю, ребенку не даю. Мама говорит, что он может быть грязный с этой стороны, неизвестно, где он лежал. Вот, себе забираю. А, вот тут, кстати, то есть это краешек. Пахнет, кстати, зеленью, по-моему. Или свежестью. Мы с вами попробуем. Ты куда пошел-то? А ты время-то не засек? Чего 20 минут? 2 часа? Я опытным глазом вижу, когда он сварится. Я уже опытный макароновар, а ты мне все учишь тут. Что ложку я мешал? Не знаю. Он суховатый. Мягкий сливочный сыр. Вкусный, вкусный. Магнитовский. Ну такой, кстати, да. Ароматный, как вода. Но по ощущениям кажется, как будто... Как вы знаете, сыр бывает мягкий, вот ты его жуешь, он такой мягкий. А это как будто он подсушенный, его так жуешь, и как будто он рассыпается по рту. Ощущение. Ну, кушать можно. Тем более 300 грамм. Ай, напугал. Вот, и кладем так сюда.
Почему, когда стою возле плиты, возле печки вот этой. Тебя куда-то задувает? У меня голос на ногах шевелится. Там магнитное поле, наверное, исходит оттуда такое. Голос на ногах шевелится. Стою, у меня голос на ногах шевелится. Да нет, вроде. У тебя, может, глюки? Еще глюки-то. Это мне. Это все мне. А то завтра 200 рублей у меня. Ну, 250 максимум будет. А куда 800 дел? И мои 400. А на что я купил? А? Колбасу, сыр, квас, ну, колбаса хлеб. 50 рублей. На что? Сыр 50 макароны рублей. Макароны на что? Макароны 50 рублей. Куда 50 рублей? 150, 150. Не говорю, вот 150 рублей. Тоже 150. А ты получается 150. Две хлеба, макароны. Неправда, это мой хлеб я покупала. Две хлеба. Да что ты? Две городские хлеб. Булочки я принес. Где? Одну вот. Ты мне только дал. И вот. А, это две? А я думала, это одна и та же. Тише ты! Хитрый! Не снимай. Что-то такое огромное, не помещаешься у меня в кадре. Снимай меня. Что, меня снимаешь? А что тут я не пойму? Макароны, говорю. Ну, и я и говорю, вот, городская булочка 10 рублей, вторая 20 10. 20 рублей, нихуя. 20 рублей, да, получается. Это... Как ее? Макака, как ее там, господи. Еще макака. Колбаса. Колбаса, да. Папа может, называется. Да. Колбаса. Ты будешь есть макаку, а я буду есть колбасу. Это, господи, ты меня забал. Нравится макака, ешь макака, а я буду колбасу есть. Слушай. Это тебе макака. Сам ты макака. С красной какой. Вот, тебя не сильно там как. Самый деликатес это красная кака. Да. Твоя кака. Так все знаю, я это включаю. Поджаривается, что ли? Так, подожди, так. Зая, ну сейчас, вот. Нужно, чтобы ты мне какое-то время вот не мешал. Вот, поджаривается. Отойди. Ну чего? Ну мне надо выйти. Отстань от меня. Господи, да. Ва! Не щекоти меня. Тебя щекотится. Ты меня щекотишь. А воду надо вылить. Сейчас я воду вылью и будет. Дальше будем ждать твою курицу. О, поджарились. О, поджарились, смотри-ка. Поджарились, смотрите. А, горячие. Ай ты, господи. А, Жень, у меня тут все падает. Жень! Я бегу, господи. Господи, ты бежишь долго, у меня тут все падает, пока ты добежишь. Ну, вот, все нормально. Их вытащить некуда. Все мешается. Давай уберемся. Куда мне этот противень вытащить? Давай я вон там вот уберу все, туда поставлю. Или он горячий? Давай. Давай. А вон там с края ты уберешь. Он очень сильно горячий. Через это чувствуется. Вот камера тут еще стоит. Как же это? Ну как же? Это же камера, ты что? Что-то мне в кадр никак не помещаешься. Вот. Это твоя задница. Это тоже чеснок. Ну что, поставить что ли? Я сама надо так подложить. Вот так вот. Давай я вылезу. Только. А я хотела тебя поджарить. Как сидорову козу. Все, я побежал отсюда. Где отсюда тогда вообще? Где отсюда? Здесь у нас с вами маленькие мини-пиццы. Мы с вами майонезом. Также закладываем. Не хватает здесь одной. Намазываем, вернее, майонезом. Это же мини-пицца. Какие-то пласты огромные стали, мне кажется. Как будто они побольшовали немножко. Надеюсь, что получится вкусно. Очень на это надеюсь. До этого я брала уже тесто в светофоре. Мне нравилось. Но оно не особо отличается. От обычных магазинов. Так, дальше мы с вами кладем колбасу.
У нас с вами мини-обзорчик сейчас будет на эту колбасу. Папа может чесночная. Колбаса полукопченая. Ну, в принципе, кстати, такая, я думала, что муж другую возьмет, вообще я думала про другую. Но она мягенькая, как раз, мне кажется, очень хорошо подойдет. А, состав. Вот так, давайте я вам понесу, кому надо. Интересно, стоп нажмете, о, так, нажмете стоп и прочитаете. Ну, состав здесь большой. Сейчас, кстати, в последнее время перестали писать, Е-добавки, там Е такая-то, Е такая-то, потому что люди смотрят и не покупают. Сейчас я помою. Ставьте лайки, кто еще моет колбасу так же, как я. Она, смотрите, чистится. Как прям это, сыр копченая. Не знаю, у меня почему-то мания помыть колбасу всегда. Сардельки, особенно сосиски. Такая она внутри. Обычная. С этой стороны. Пахнет колбасой. Попробуем. Я люблю колбасу. Она обычно вкусная, как колбаса. Немножечко соленая, со специями. Потому что она там с сыром какая-то копченая. Особо незаметно. Так, помидорчики. Там видно, да? Ну, вкусная, в принципе. Вот это сейчас с чесночком. Кстати, у нее не ощущается чеснок. Это уж так я написала, что с чесноком, а на самом деле. Или сыр потом. Наверное, потом я сыр добавлю. Отправим пока так. Ну ничего, кстати, вкусно. Такая. Ты что там ложкаешься? Начинается, как всегда у тебя. Ну, ты в кадр мне не помещаешься. Мне не надо. Почему тебе не надо? Не еще хочу. И в трусах. Во, еще в трусах. Ну ты мог нарядиться-то, я видишь, камеры тут. С галстуком что-то. Белый. Белый свадебный костюм одел. А блинчики давно не делал? Давно. Хочешь пожарить блинчики? Если только кто их будет жарить? Да я не умею. Я налью, а ты перевернешь. Они от себя-то убегают, может, от меня. Ну один раз убежал. Ну, стой. Ладно, зовёшь. Так, вот они наши. Ну, такое, вроде, пока еще жестковатое. Как бы они не получились вообще. Плохо слоеные. Такие они больше жестковатые. Надо их, наверное, в пакет положить. Чтобы они там подпотели чуть-чуть. Пересушил, наверное. Но мне хотелось, чтобы они были поджаристые, а не белые.
Может, помягче станет немножко. Или смочить водой, да? Что-то еще мне там подсказывает. Вот. Лежит. Все, пока вас выключаем. Потом покажу, что как. Так, ну смотрите, что получилось. Вкусняшек. Какие вкусняшечки. Ну, это все мамина же. Допустим, тут тоже вот они. Какие новинки. А пахнут вот эти прям с чесночком очень пахнут. Сюда надо было тоже чеснок. Кстати, ну что, вот эти получились как слоеные прям. А вот эти вот слойки, там их в пакет положила. Они... Мне немножечко наложу. Все, хватит. Бери немножко сырка отсюда. Чуть-то немножко сырка я должна была. Бери, хочешь, да. Берите, пожалуйста, Натусечка. Чесночок. Берите, Натусечка, у меня побольше чесночка. На завтра хочешь оставить еще сыр? Да давай оставим на завтра. Тогда ты себе не бери. Все, и хватит, все. Достаточно тебе. Хватит, все. Ну тут я тебя знаю сейчас. Быстро там. А кучу. Покупать не надо, вермишель останется на завтра. Яичницу завтра с утра сделаю. Вечером вермишель. Вот такая у нас получилась вкусняшка. Ставьте лайки, Женя. Лайки. Готовьте вместе с нами. И потом мы расскажем, как там было вкусно. Это у меня там слова. А сейчас еще с вами пролетим немножко тут. Вот эти прям очень аппетитные. Вот это вот все мое, папа. Слышишь? Поделим. Нет, все мое вот это. Сыр тоже себе забираю. Завтра, что, хочешь куда-то в магазин опять? Да. А я в тюрьму. И мне налей что-то себе тут. Только вообще. Какая наглость, а? А что ты мне мало так налила? Себе много. Ну, там у меня еще сосядет пьяный. Сосядет. Сосядет. Коза.